канале «Картина маслом». Я художник Семер Оксана, пишу картины масляными красками, также акрилом. Пишу в разных техниках и разными способами. Пишу как реалистичные картины, так и абстрактные. Очень люблю картины способом интуитивно живопись написанная. А сегодня я хочу вам показать картину новую. Еще сырая картина. Продолжение серии картин «Там на краю земли». Вот такая картина с чайкой. Данная картина уже шестая по счету у меня. Выполнена на холсте, на подрамнике масляными красками. Размерами 40 на 60, вот такая вытянутая картина. Поближе покажу. В других видео я уже неоднократно рассказывала, что меня вдохновило для написания этой серии работ. Вдохновил меня, конечно, наш северный край. А я проживаю в городе Мурманске, Заполярье. И несмотря на, конечно же, суровый климат у нас, где лето бывает очень непродолжительное время. Несмотря на это, очень живописная природа, сопки, скалы, камни, деревья необычные, карликовые березы у нас, мхи, лишайники, ягоды северные. Ну и, конечно же, северное сияние, которое мне посчастливилось наблюдать. Первый раз в 2008, да, по-моему, 2008 или 2007 году, так как я приехала из города Ижевска, моего родного города, в город Мурманск в 2007 году. И очень удивилась, что по городу ходят чайки, такие не маленькие чайки, а большие. Вот, кого я и написала, изобразила на картине. Они такие большие, как, ну, размерами от стола, где-то вот такие, как собаки. Большие, толстые, жирные чайки с ластами ходят прямо по городу. Для меня это было в диковинку, так как в средней полосе таких вот животных, чтобы с ластами ходили, это только в деревнях можно наблюдать, увидеть. Вот. И же они, как полноправные хозяева, ходят по городу, вышагивают, около мусорок сидят, и не только, гогочат. Вот здесь я, конечно же, хотела показать северный дух, северный характер, что-то хочет донести до зрителя чайка. Вот такая вот работа, яркая, светлая, выполнена густыми мазками. Авторская работа, так как фотографии я смотрела чаек, наблюдала за самими чайками. Ну а, конечно, цвета здесь я уже подобрала сама. Изобразила северное сияние, такое необычное. Необычные формы с переливами, разливами. И как бы в противовес сиянию, еще и облачка розовые такие показала. То есть бывает так, что северное сияние прямо вместе с облаками. Это тоже очень красиво. Бывает.
поблескивает вот так вот. Наверное, видно, когда наклоняешь. И в конце этого видео, наверное, я оставлю небольшой мастер-класс. Вот. Покажу, как я писала эту работу. Ну все, тогда подписывайтесь на мой канал. Подписка сейчас будет видна на экране. Оставайтесь на моем канале, смотрите новые видео, пишите вместе со мной авторские уникальные картины. И всем желаю хорошего настроения, приятных выходных, праздников ближайших. Если успею, до 23 февраля выложить тогда. 23 февраля у нас, потом 8 марта. Всем пока. Спасибо.